В Харькове облили зеленкой одного из лидеров украинской оппозиции Арсения Яценюка. Инцидент произошел в местной больнице, куда Яценюк приехал, чтобы навестить свою соратницу Юлию Тимошенко. Двое поджидали его в коридоре с брызгалками, в которых был раствор бриллиантовой зелени. Одного из стрелков задержали, другой сбежал. Проходя мимо журналистов, Яценюк комментировать инцидент не стал, пообещал все рассказать завтра в Киеве, но только после того, как смоет пятна. Это, кстати, не так просто.